Так, всем привет. Я сегодня в Гарринском парке. Буду кататься, делать винты, так что смотрите. Смотрят, восхищаются, а Вильяму можно даже завидовать. В свои 28 лет он занимается продвижением брендов и коммерческих страниц в социальных сетях. СММщик – так называется его профессия. В день парень работает около 4 часов, зарабатывая при этом за продвижение аккаунтов от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Вообще Инстаграм создавался не для продажи, он создавался просто, чтобы человек расслаблялся, смотрел картинки, потом уже начала монетизация быть, потом начала реклама, продажи, и только сейчас это уже, так скажем, выглядит как коммерческая тема. Конвертировать лайки в рубли можно, превратив свое времяпровождение в киберпространстве в способ заработка. Сейчас в тренде красота и здоровый образ жизни. Именно этого и ждут потенциальные клиенты. Каким образом свою деятельность ты монетизируешь в Инстаграме, да? Да, смотри, к нам приходят клиенты, которые хотят что-то продать в Инстаграме или сделать, например, свой личный бренд. Им нужны красивые фотографии, им нужны тексты, темы, на которые они будут писать. И мы вместе создаем это для Инстаграма. В зависимости от темы, которую человек продвигает в Инстаграме, в среднем в Крыму только за одну съемку можно заработать от 4-5 тысяч рублей. За написание текстов на месяц вперед 6-7 тысяч. Не очень много, но таких тем может быть несколько. Я думаю, это реально в Крыму. У меня есть друзья, знакомые, которые, в принципе, через Инстаграм зарабатывают деньги. Это и преподаватели английского языка, и экскурсоводы. Но Инстаграм дает большие возможности, это хороший канал продаж. Максимальную отдачу от продвижения товаров и услуг получают только те компании, которые хорошо знают, что они делают и на какую аудиторию рассчитывают. Увеличить продажи и клиентскую базу без досконального изучения своего сегмента – задача практически нереальная. Посмотрите страницы популярных людей, у которых хорошая вовлеченность. Вовлеченность – это когда много лайков и много комментариев. Посмотрите, попробуйте изучить, что они делают правильно, что людей цепляет и так далее. То есть посмотрите, как надо. Просто посмотреть мало. На самом деле профессиональные СММщики долго обучаются, постигают манипулятивные технологии и только потом добиваются успеха. Реклама, продажа, продвижение аккаунта. В наше время вполне реально создать свой собственный онлайн-бизнес и тем самым улучшить свое финансовое положение. 70% успеха ведения личной или коммерческой страницы зависит от того, насколько ярким, креативным и качественным будет контент. В ход идут шокирующая внешность, эпатажные поступки, экстремальные эксперименты. Главное, не забывать о том, что инстаграмная слава мимолетна. Ирина Барилюк, Владислав Кравцов. Утро нового дня.